Ну что же, да, может быть, какое-то напутствие давайте. Вот скоро сейчас начнется розыгрыш, не розыгрыш, прием заявлений на лотерею Green Card через 2 недели. Но это мы уже так поговорили вначале. А вот с точки зрения, ну, такого общего напутствия, есть какие-то, ну, в том же политическом убежище, например, есть масса такого, я вижу, что люди говорят, у меня нет оснований, я вот как бы, он сам решает, что у него нет, он сам себя квалифицирует, как бы, на то, что есть или на то, что нет, и вот какие-то такие вещи, вот, какое-то такое напутствие, вот, где не затыкаться и где себя не блокировать? Я советую людям, что очень важно иметь надежду и никогда не падать духом, и практически всем, ну 100% всем можно помочь найти вариант, как получить статус легальный в Америке. Просто uh-huh. должно быть желание, доверие и все же называется open mind, то есть как бы открытый, должны быть открыты к тому, что все же можно найти легальный, не левый какой-то фиктивный вариант иммиграции. Uh-huh. И если желание присутствует, то практически всем можно помочь. Поэтому минимум взять профессиональную консультацию, uh-huh. если есть реальное желание мигрировать, я советую всем. Я бы сказал, что практически все русскоязычно-американские блогеры, они практически все говорят, ребята, путь есть. Вот никто не знает твой путь, но то, что путь есть, если очень надо, да, uh-huh. то он есть. Это вот практически вот вы это уже так скажете, с такой со стороны, так, человек с лайсенсом уже говорит, не просто там пацаны, которые оптимистично настроены. Естественно. Ну, как говорили, если долго мучиться, что-нибудь получится. Но не обязательно долго мучиться, главное правильный путь выбрать uh-huh. и к нему стремиться. То есть человек должен захотеть тоже со своей стороны что-то сделать. Какие-то вещи вспомнить, какие-то бумаги собрать. Uh-huh. Поэтому можно помочь. Должно быть и желание. Ну что же, давайте мы тогда на этой высокой ноте вот там помашем всем ручкой, скажем, удачи всем! Я желаю, чтобы побольше человек заполнил лотерею, и всем желаю вам успеха. Спасибо.